Всем привет! Вы попали на канал Бисминка Шоп Китти. Все тот же привычный для вас фон. И сегодня мы с вами распакуем набор бисера на 50 цветов. Кто-то, многие могли видеть видео, где я распаковывала набор бисера, состоящий из 40 цветов. И сегодня мы с вами распакуем этот набор и сравним эти два набора. Их отличия, если они вообще, помимо того, что разное количество бисера. Ну, вы поняли, там 40, там 50. В отличие от того набора, этот набор я еще не открывала, специально ждала, когда начну снимать видео, и наконец-то я могу его открыть. Ну, коробка точно такая же, творчество заразительно, передай другому Эйнштейн. И здесь вот столько всего. Пока я не вижу рассыпанного бисера, потому что в том наборе был рассыпанный зеленый. Встречает нас лист с цветами, с номерами цветов. Опять же, здесь азбука Морзе и как ее можно использовать в плетении. И давайте начнем по порядку. Первый идет, это лоточек для бисера. В том наборе тоже точно такой же лоточек. Точно такой же пинцет в том наборе, как и тут. Далее вот такая вот мононить. В общем, почти все содержимое такое же, смайлики. Подарок бусинки. Даже точно такой же подарок серый цвет алебастровый идет. Далее иглы 11 размера. Что хорошо, 11, а не 9. Берите всегда 11 номер, потому что 9 не пролезает бисера. Извините. Далее вот такие вот швензы и фурнитура для браслета. В том наборе точно так же все. И далее идет сам бисер. Да, сейчас вот так вот покажу, а потом все вместе распакуем. И будет подробный обзор. Такие вот цвета. Так. Вижу здесь много новых цветов. Ну, конечно, здесь 50, а там 40. И сейчас давайте открывать. Ну, тут тоже, как и там, нанизу наполнитель. Эти 50 цветов. Все будет как в прошлый раз. Вот такой вот желтый. Вот такой розовый красивый. Вот такой вот фиолетовый с оболочкой голубого цвета. Далее серый, который в подарок шел. И вот такой вот зеленый. Далее вот такой вот нежно-розовый и зеленый прозрачный. Алебастровый зеленый, мятный такой цвет. Но он же из ней немножко потемнее, потусклее.
И вот такой вот коралловый. Далее вот такой вот фиолетовый и розовый, полупрозрачный. Такой вот красный, цвет фуксия, наверное, и синий-голубой. Черный и вот такой вот голубенький. Серый, светло-серый и желтый. Вот такой вот бежевый цвет и фиолетовый. Далее вот такой вот полупрозрачно-голубой и голубой алебастровый. Такой вот фиолетовый и голубенький. Да ё-моё, фокус. Такой вот полупрозрачный голубой и розовый, малиновый такой цвет. На фокус! Далее вот такой вот алебастровый розовый, красивый цвет и синенький. Синий в реальности потемнее. Вот такой вот голубой, такого я еще не видела никогда, честно сказать. Ну, именно алебастровый такой оттенок. И желтенький. Вот такой вот желтый мат, ой, белый матовый и фиолетовый. Далее вот такой вот фиолетовый, тоже такого оттенка у меня, по-моему, никогда не было. И вот такой вот оранжевый. Такой вот прозрачный, золотой и черный полупрозрачный. Вот такой вот бирюзовый и такой бензиновый отлив. Такой у меня был в прошлом наборе, это я точно помню. Далее вот такой вот синий, в реальности он потемнее, он такой с фиолетовым типа отливом. И вот такой вот желтый. Такой вот белый тоже был в прошлом наборе у меня. И желтый алебастровый. Вот такой белый и оранжевый. Вот такой вот красный и темно-темно-зеленый. Далее вот такой зеленый, ярко, такой травянистый. И вот такой, которого у меня полным-полно, и вот еще добавилось 10 грамм. Далее вот такой вот оранжевый и прозрачный красный. И вот такой вот коричневый и оранжевый, алебастровый. И вот такие вот цвета. А теперь давайте я сейчас быстренько все это сложу в коробку обратно, и мы с вами так бы подведем итоги и посмотрим различия цветов. В коробку только 39 цветов, 11 еще осталось. Я бы могла их поставить сверху, но нам надо сравнить, мне надо вам показать отличие этого набора. Есть ли отличие в цветах, помимо того, что там 40, там 50 цветов. Так, по наполнению именно в плане подарков все идентично. Там бусинки, леска, иголки, ну и так далее. Вот тот набор, который состоит из 40 цветов. Цвета вы можете сейчас видеть.
И вот этот набор, который состоит из 50 цветов. Есть повторяющиеся цвета, есть таких, которых не было. Ну, естественно, 10 цветов таких, каких не было тут, потому что здесь 50 цветов. Но также есть и таких, которых нету ни в одном из заборов. Ну, например, здесь есть вот такой вот синий цвет, а здесь его нету. Вместо того синего, например, наверное, положили вот такой вот фиолетовый цвет и так далее. Точно так же вот здесь есть вот такой мятный цвет, а в том наборе нет вот такого вот зеленого цвета, за который я вам говорила, вот этот вот. Поэтому отличия все равно есть. Выбирайте сами по цветовой гамме, какой из наборов вам нравится больше. На этот набор вы можете посмотреть видео, оно у меня есть на канале. Просто найдите, оно одно из последних. На этом все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Вас будет ждать еще много интересного на моем канале. И на этом все. Всех люблю. Всем пока!